Итак, продолжаем выполнять задание. Тюрама сделали. Забрали. Появились задания для порта. Один день остался. Откроем пока наборчики. Смотрим, что падает. Перес. Аргентина. Пирсон. Дешильо. Ювентус. Кохар, Норвуд, Диало, Нормас, Макгрегор, Форма. Так, на обмен нету. Макгрегор. Есть. Выкидываем. Так, следующий наборчик. Какой-нибудь из двух. О, Ярмола. Украина. Халл-Сити. Скорость подрезали ему. Елабделауи. Норвегия. Дальше. Что здесь? Ничего хорошего. Кабалера. Бардельс. Зуфи. Паздан. Экпай. Явру. Бушири. Шмидт. Лукас Васкес. Отказывается выпал. Дмитрович. Дефор. Эдуардо Энрике. Такое себе выпадение. Поле. Ничего хорошего не падает. Андреа. Эшли Янг. Интер. Агуэра. Вратарчик. Так, ничего не падает. Сохраним наборчики на следующий момент. Никаких наметов на тотцев. Тюней еще есть. Задание. Так, пытаться будем Лапорта сделать.
составчик АПЛ-ки. Фред, Весли, Бачвай, Ковачич, Волкот, Ван Бисака, Рудигер, Шмейхель, Байли, Масуаку, Игрелиш, Информ, выпавший. Так, соперничек Депай, Корея, Жервиньо, Ляпорт у него есть, уже забрал. Футбол зовет. Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Итак, заканчивается матч. 1-2 проигрыш. Смотрим моменты. Сейвы, сейвы. Корея. Пока Юко. Корея. Хорошо развернулся. И пас на Корею да получил. Бачуай отвечает. Мишка. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Великолепный кросс с левого фланга, и оставалось только замкнуть эту передачу. Да, разыграли. Навесик на ход. Повтор гола нам покажет. И слет. Миши Бачуаи. Хороший обостряющий пас. Миши Бачуаи. Миши Бачуаи. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы. В одно касание, в уголок. Абумиянг. Н'Голо Канте. Абумиянг, забивай! Принял, ударил. Никто не мешал. Он подает в центр штрафной. Ох, как не получается. Момент, сейв. Так вот, 1-2. Идем дальше таким составом. Сальто ФК. Ляпорт, Давид Луис, Эль Шарави, Вернер, Джеймс, Мейер. Всем привет и добро пожаловать в Англию. Сегодня мы смотрим футбол в прямой трансляции из матчей ничью. Ничейку раскатали. Гол Тима Верна. И подача туда, в сторону ворот. Подачка и головой замкает. Как же Вернер зарешал. Пас на ход может быть интересно. Момент не игры. Катают они мяч. Здесь сейв. И пробит. Весли. На последних минутах. На последних минутах. Заклепал. Если бы это была басня Крылова, то вратарь бы сидел на добивание перекладине и уронил его оттуда как сыр. Но здесь все гораздо проще, это футбол, просто он не смог. Подкарулил. Есть адрес у этой передачи. И в разрез, шикарно. Ну, при выходе, ничего себе, они сравнивают счет. Им уже отскочило. Повезло. Красавчик Весли. Делает ничейку. Побежали они вырывать победу. Момент был. Решил пробить. Но Шмейхель на месте.
Надо что-то менять. Бамина выставим, Самату ребята с Челси отдохнут. Тим Рино. За Дуглас Коста, Алекс, Максим, Максимин, футбол зовет. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Лишь шансы команд, так ни в одну сторону. Ни туда, ни сюда. Нулевая ничья. Моментов почти не было. Хороших. Быстренько следующий матч. Буэнос-Айрес. Одна на наворотах. Виллиан. Джезус. Вейналдум. Морес. Мэдисон. Если мы хотим дать определение от коллег, все получилось. Мишка Бачуишка. Ну, сегодня оформил хет-трик. Так... Хет-трик. Заклепал. Победка 0-4. Начали быстро и решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Первый гол. Очень хороший мяч получился, практически в одиночку он эту атаку создал. Круто в дальнюю мяч, пробил. Не стал никому отдавать передачу. А мог ведь, но мне кажется, Фред. На восьмой минуте. Миши Бачуай. И счет матча открыт. Отлично они начали, быстро решили забрать игру себе. Там и пяткой красивый пас был. Сейв. Матео Ковач. Вот теперь дубль. Будет сопернику отыграться. Мишки. Надо будет забивать уже два мяча. Повтор забитого гола мы с вами видим. Все четко. Ближнюю. В эпизоде сделал игрок нападение. Пробил сильно и точно. Не стал ничего. Пробивает. Послал. Ходит мяч у них. Пяточкой. Мяч партнеру. Миши стеночка была ранее. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Вырезает так в ближнюю. Красовольчески. Даниэл Джеймс. Не удивлюсь, под конец тайма 3-0 делает. Сейчас домой. В принципе, тут все ясно. Такой же почти момент. Болельщик никогда свою команду не... Позиция. Миши Бачуай. Хороший по задумке пас. Великолепный гол! Баунс. Не удивлюсь, если некоторые... Домбеле. Опять сейф. Миши Бачуай. Ананы. Хет-трик. И хет-трик. Бачуай. Красовольчик. Видно на повторе, что вратарь опешил и замыкает. Потерял ворота. Случается такое, и наказали его за эту ошибку. Да, оставалось только не промахнуться по пустым. Виллиана меняет. Хороший пас на ход. Тео Вок. Пас в разрез очень точно. Прекрасный гол.
Есть хет-трик. Прекрасный. Даниэль Джеймс и Миша Бачуаи тут разыграли. Почти во всех голах они поучаствовали. Один ассист, другой забивает на пару. Показали класс. Что-нибудь сделали. Один из трех, один из двух. А здесь ноль. Голевой навес. Айозе Перес. Сделали задание. Здесь у нас Сократис в аренду. Раздают. Показатели бомбезные. Но только в тренировочных матчах или заданиях на бразильцев что-нибудь сделать, попробовать затестить его. Так, идем дальше. Такая вот связочка Пулишича. Закидываем влево. Здесь у нас Фига, Рауль Хименес, Сон, Андре Гомес, Дехе на воротах. И карточка Йозе Переза у него уже есть. Футбол зовет. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающим. Заканчивается матч. Тяжелый. 3-6. Куча моментов у соперника. Отлично сыграно. Это проброс получился. Соперника на контратаке. Берген его забивает. Фред. Один гол. Отыгрывает. Очень близкого расстояния бил игрок, и тут оставалось только не промахнуться мимо ворот. Вратарь и защитники выступили здесь в роли стать. Ходит мяч у них. Можно отыграть один мяч. Врубается штрафную. Поймали соперника на контратаке и наказали за беспечность в обороне. Завершение не подвело. Отлично сыграли. Хорошо принял защитник. Проскочил. Первый гол за команду красавчиков. Здесь Фиго. Опасно тут будет. Обокрал и забил. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Защитник что-то завтыкал. Мимо пробежал мяча. Кошмар. Здесь Даниэл Джеймс делает 2-3. И теперь вся команда должна пойти и забить еще. Браво нападающий. Подкараулил этот отскок, сориентировался. Скок. А вот голкипер в этом эпизоде сыграл неудачно. Миши Бачуай. И в пустые Можно ворота бить. Забивает. Супер момент у него. И все классно он делает. И мяч в сетке. Подсократил он разницу в счете. Очень важный момент. Важнейший эпизод он в свою пользу решил. И теперь вся команда должна пойти и забить еще. Опять Берге. Выгодной позиции игрок. Спокойно врывается. Здесь Мишка, большой Ишка, забивает. Ну что, интрига у нас в матче обострилась. Команда, которая недавно уступала, очень сильно. Закатывает в уголок. И почти вплотную подобралась к лидеру. Фред. 4-3. Отдает он мяч партнеру. Мяч доходит до него. Прекрасный гол! Ух, как зарядил! Как из ружья!
занял отличную позицию и мяч заколотил в сетку с близкого расстояния. Низом. Защитник еще по Дехея пробежался. Сон. И как он дальше мячом распорядится? Пятый гол. По задумке пас. И еще... Разрывает. И опасно с фланга идет. И что дальше тут будет? Принял, ударил. Жесть. 6-3. Пулишич. Контракт закидываем. Физуху всем обновляем. Погнали. Но трейди ФК. АПЛ-ка. Аргентинец какой-то нападающий. Мата. Бергвин. Лукас. Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч. Здесь хет-трик. 1-6. Не в нашу пользу. Опасно тут может получиться. Момент. Здесь Даниэл Джеймс. И что дальше тут будет? Отличный момент. Есть. Принял ближнего, расстрелял. Морелос. Хорошо увидел партнера впереди. Удар по воротам. Вышел у него на заменку. Видит игрока впереди. Ламела. И отдает пас на ход. Вот может что-то получиться. Обыграли. Лукас. Пенальти. Пулишич. В этом случае два лучше трех. Надо и дальше атаковать, иначе матч не выдержит. Один гол забивает. Положился он здесь на силу и не прогадал. Мяч врубается так. Прямо в левый нижний угол. Бьет резко. Перед защитником еще успел пробить. Есть удар. Бессилен в этом моменте вратарь. В этом случае два лучше трех. Надо и дальше атаковать, иначе матч не вытянуть. Пробил. Запулишил. Пулишич с пушки. Морелос. Входит мяч у них. Лучшая карточка. Эрик Ламела. В одно касание все получается. Но... точный пас в его исполнении. Тут на ход. Отличный пас прошел. Мяч Шмерхин не залетает. Успевает. Такой хэт-трик Мореласа. Такие игры. До следующей серии.